Кондитерский дом «Ваниль» решил порадовать жителей и гостей города шоколадным дефиле. Утверждение, что много шоколада вредно для женской фигуры, теперь под вопросом. В модном шоу продемонстрировали наряды с элементами шоколада, которые не портят, а чудесным образом украшают женский образ. Настоящий колумбийский шоколад ускоряет обмен веществ. Поправиться от него невозможно. А еще шоколад – главный источник радости и счастья. Наш шоколадье Александр Ефимов изготовил великолепные украшения из шоколада. Как вы можете обратить внимание на этой великолепной снежной королеве корона, сделанная из шоколада. Она абсолютно съедобна. Мероприятие приурочено к Новому году, и к тому, что в Аймаксе после Нового года, 1 января, стартует великолепный мультик «Снежная королева». Мы решили все это собрать в одну единую композицию и порадовать жителей города Анапы. В результате совместного творчества визажистов, стилистов, парикмахеров и шоколадного мастера на сцене необычные образы моделей и наряды с элементами шоколадных аксессуаров. Профессионалы, работу которых можно уверенно назвать истинным искусством, готовили модели за 5 часов до показа. Образ создавался по характеру и темпераменту. Девочек мы красили шоколадом, помадкой, рисовали в основном все натуральное, добавляли блеск, камни, все разное. Готовились к Новому году, можно сказать. Наряды, представленные на подиуме, превосходят самые смелые ожидания. Множество мелких деталей, оригинальные фасоны. Для многих моделей это не первый показ, но никто еще не участвовал в шоколадном дефиле. Мне мой образ нравится. Я себя чувствую каким-то таким фантастическим котом Базилио. Вот. Больше котом, чем ковбоем, наверное. Вот, ну, мне все очень как бы нравится, очень, образы все очень продуманные. На фуршет зрителям и моделям приготовили вкусные лакомства от кондитерского дома «Ваниль». Мне безумно понравилось, платья были прекрасные, также украшения. И окончательное – это банкет, очень вкусно все. Пуговицы, заколки, ожерелья, серьги и корону моделям после показа разрешили съесть. Больше всего повезло снежной королеве. Ее корона весит 3 килограмма. Корона очень довольно-таки весомо весит, поэтому сложно ходить, и я за многими девочками не успевала. Пуговка, да, из настоящего шоколада, она очень вкусно пахнет, и вообще сейчас хожу и прям хочу ее скушать. Он безумно вкусно пахнет, да, и нам разрешили скушать всю прелесть, которая на нас. На этом кондитерский дом не заканчивает удивлять анапчан. На Рождество пройдет мастер-класс по лепке красивых рождественских пряничных домиков. А в марте к премьере мультфильма «Золушка» планируют устроить шикарный бал. Конфеты ручной работы из вкуснейшего колумбийского шоколада можно приобрести на втором этаже торгового центра «Красная площадь» и на улице Ленина, 35, кондитерский дом «Ваниль».